пейзаж, который я писала когда-то по мужскому себе. Ближе к локальному цвету. Да, это нейтральный цвет, выбран правильный. Это самая быстро сохнущая краска. Так просто удобно ей делать тупалёк и рисунок начать. Синих у меня тут три синих. Такой, вот, мой, 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 мой
случае. Кобальт, ультрамарин и циркон. Вообще можно какой-то кобальт. Зеленый свет? Нет. Кобальт, синий свет. Кобальт, чтобы он высыхал медленнее, имел консистенцию масляной краски, наоборот, добавляются определенные жидкости, которые позволяют писать акрилом дольше, чем любой другой вид водорастворимой краски, как темпера или акварель. Набор красок, в принципе, аналогичен масляным краскам. Вот. Но какие-то краски добавлены были, потому что это изначально, в общем-то, синтетические краски, не натуральные, но используются возможно, некоторые
Крыму, допустим, может быть, какие-то яркие контрасты, много рефлексов. Здесь погода в Карелии на Белом море, часто пасмурно. Ну, как у нас в Петербурге тоже, в принципе, такой серебристый, бежевый колорит. Вот это как бы именно колорит всей работы, общий цвет всей работы тоже несет передачу не только состояния, но и того места, что же передача. С таким красным, в принципе, ну не скажешь, что это Крым, кандидаты. Там совершенно другой колорит по цвету. Поэтому, когда пишется с натурный пейзаж, здесь уже задумывается, какого общего цвета, какой основной цвет будет присутствовать во всей работе. Что мы называем общий колорит работы, да? То есть какой цвет больше всего. Поэтому тоже вот этот основной как бы, обобщающий цвет, который придает